Битва при Мокрях. Это сражение называют Сталинградской битвой 16 века. Как русские войска малыми силами смогли разбить многократно превосходившую числом орду Крымского ханства. И даже литовцы писали, что бы ни делали московиты, они все делают очень быстро. Быстро наступают и быстро убегают. И почему в советских и зарубежных учебниках этот триумф долго замалчивали? Технологии, обеспечившие победу Ивану Грозному, в наших уникальных натурных экспериментах на месте исторических событий. Неплохо! Улика из прошлого. Во вторник в 19:40 на телеканале «Звезда».